2023 год выдался насыщенным и продуктивным для молодых щелковцев, которые состоят в рядах молодой гвардии «Единой России». Отчет о проделанной работе представил руководитель штаба на 7-й отчетной конференции местного отделения в Щелковском лицее номер 7. Спорт, экология, благотворительность, образование, направлений работы много, и по каждому в прошедшем году удалось провести порядка 100 мероприятий. Но главным направлением сегодня остается помощь нашим бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Сейчас главная задача каждого из нас – помочь нашей стране победить. С первых дней специальной военной операции мы вышли на поддержку президента и наших защитников. Мы провели более 150 акций, такие как передача гуманитарной помощи, письма нашим бойцам на новой территории. И сами вместе с коллегами-однопартийцами выезжали на новую территорию с гуманитарными миссиями. Кроме этого, ребята плетут маскировочные сети. Вместе со старшим поколением вяжут для бойцов теплые вещи. На патронаже у молодогвардейцев порядка 130 семей нашего городского округа, чьи кормильцы ушли защищать интересы нашей страны. В стране нашей действительно происходят глобальные перемены. Идет практически переформирование всей нашей страны. Вот. И мы желаем вам удачно влиться в это переформирование и сотворить для страны что-то очень важное. Начинаем с территории нашего городского округа. Молодогвардейцы вручили благодарности своим старшим товарищам, которые оказывают всяческую поддержку молодому поколению во всех начинаниях. А они, в свою очередь, наградили самых активных волонтеров и поблагодарили ребят за активную позицию. Кадровый резерв нашей страны, нашего общества – это вы. Это та молодая смена, которая должна прийти сегодня на смену во власть, очень осмысленно и четко понимать, что она должна делать. Каждый из присутствующих отметил, что с каждым годом молодая гвардия Щелково растет и сегодня является лучшей площадкой для реализации молодежных инициатив в нашем городском округе. Оценили достижения наших ребят. Я по-прежнему убежден, что молодая гвардия – это лидирующая молодежная организация, которая даст возможность реализоваться ребятам в нашем мире, в нашей стране, занять лидирующие позиции. Молодежи все больше и больше в нашем отделении партии. Мы будем формировать несколько новых ячеек на территории городского округа Щелково. Я всех призываю вступать в ряды молодой гвардии для того, чтобы получить яркую возможность и реализацию своей гражданской позиции. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.